Мамаев и Кокорин все-таки попали в учебники по математике. Похождения футболистов на Лазурном берегу вдохновили репетитора по ЕГЭ на создание математической задачки. Условия такие. Саша и Паша потратили за один вечер в Монако по 125 тысяч евро. Сколько лет потребуется провинциальному учителю, чтобы заработать такую сумму? С учетом того, что в месяц он получает всего 15 тысяч, а курс евро 72 рубля. Вот что теперь будут решать школьники, чтобы потренироваться к выпускным экзаменам. Ситуация, которую описывает вот эта задачка, произошла еще в начале июля. Футболисты сборной России Павел Мамаев и Александр Кокорин отметили провал на Евро-2016 в ночном клубе. Тогда они в общей сложности спустили 250 тысяч евро на элитное шампанское. Такое поведение спортсменов вызвало шквал критики. Оба через некоторое время извинились перед фанатами, хотя и отрицали, что так серьезно потратились на выпивку. В итоге ни тот, ни другой не попали в состав сборной России под руководством нового тренера Черчесова для проведения товарищеских матчей с Турцией и сегодня с Ганой.